У других сбывается там 20%, у третьих еще как-то. И здесь очень много есть нюансов таких. И эзотерики — это те, кто рассматривает, наверное, процесс, почему мечты сбываются, почему у человека успех и человек успешный во всех делах, почему у одного человека тяжело дела идут, а у другого человека наоборот с легкостью, почему одни люди богатые, а другие бедные. Многие люди могут сказать: да, это все потому, что он много работал. Я знаю людей и могу сказать, что мои одноклассники, с которыми я в школе в свое время учился, имели столько же возможностей, сколько их было у меня. Но я состоялся как бизнесмен и состоялся, наверное, как муж и как счастливый семьянин, и, наверное, как мужчина. Потому что живу с женщиной, которую обожаю. И вот в этом всем у них чуть-чуть отличается от всего того, что есть у меня. Конечно, у них своя жизнь, но здесь говорится об удовлетворении своими достижениями. В большинстве своем я удовлетворен теми достижениями, которые мне удалось достигнуть, допустим. А я знаю, что у многих не получилось ничего. Кто-то до сих пор не имеет квартиру, у кого-то третья семья или пятая семья, у кого-то любовь и жизнь не по любви, кто-то очень поправился, у кого-то уже проблемы со здоровьем и так далее. Но шансы у всех были одинаковыми. И что я хочу этим сказать? Занимайтесь эзотерикой, обучайтесь моей эзотерике у меня, так как я считаю себя успешным человеком. Я считаю, что те люди, которые будут обучаться у меня, будут прежде всего обучаться успеху. Что такое визуальные образы? Вот смотрите, если визуальные образы человека способны каким-то образом повлиять на его судьбу или повлиять на будущие события, то это говорит о том, что определенные визуальные образы или определенное представление, оно в эзотерике называется ментальное, способно каким-то образом влиять на жизнь человека. Это все рассматривается через такую призму, которая помогает человеку получить инструменты, при помощи которых он может представлять так или представлять это и при этом что-либо произносить, какую-нибудь абракадабру, и это будет в его жизни происходить. Допустим, самый простой метод — сделать так, чтобы в вашей жизни произошло, чтобы в вашей жизни сбылось какое-нибудь ваше пожелание. Сегодня я вас научу, как сделать так, чтобы ваши пожелания в вашей жизни или ваши мечты сбывались. Но сразу же хочу сказать, так бывает, что человек, который желает что-либо мега крупное, допустим, человек говорит: я хочу быть там премьер-министром страны, или я хочу стать там еще чем-то. Вот такие пожелания, они трудно осуществимы для того мира, в котором мы проживаем, за один год тем более. И если человек берет задачу, которая настолько трудно осуществима и во много раз превосходит стоимость его жизни, то у такого человека могут отнять жизнь. Именно поэтому я часто говорю: не нужно желать там управлять миром, или чтобы был во всем мире мир, или чтобы там закончилось там что-то. Вот такие задачи, они человеку или одному человеку с его энергетикой не подсильны. И очень часто именно такие задачи, которые человек может поставить, являются для него опасностью. Он может заболеть и даже умереть от того, что он ставит вот такие задачи. Какие же нужно ставить задачи? Я могу вам сказать. Допустим, хорошей задачей может быть, там, у вас нет своего имущества в виде жилья. Вот может быть хорошей задачей там решить проблемы с жильем. Каким образом? Сказать: пусть скоро у меня появится моя индивидуальная собственная квартира. И в этот момент ваш мозг будет говорить: нет, как это она у тебя появится, что за ерунда, этого никогда не произойдет. Ничего не слушайте, это все полная ерунда. Или задачей может быть: скоро я выйду замуж, допустим, для женщины, или скоро у меня появится любимая семья, или любимый мужчина, там, или еще что-либо. Это тоже может быть задачей. Или
Человек зарабатывает $200, он может поставить себе задачу, чтобы зарабатывать так $200 в месяц, можно поставить задачу зарабатывать $200 в день. Ну и как изготовить саму программу? Возьмите обычный белый листочек бумаги. Представьте, будто то, что вы хотите, оно можно не представлять на самом деле. Представьте или ощутите, что произойдет в тот момент, вот не так. Не нужно ничего представлять. Почувствуйте, что произойдет в тот момент, когда вы добьетесь этого успеха. То есть вот вы зашли в эту квартиру, и у вас радость, допустим, ваша собственная, или ваше жилье, и у вас радость. Попробуйте ощутить эмоцию, которая возникла в этот момент. Или там вот вы узнали, что теперь вы будете зарабатывать $200 в день, и у вас появилась эмоция. Ура! Вот когда у вас эта эмоция появилась, придумайте любую абракадабру, которая может выглядеть приблизительно так. Мучу-куру-пум, чуру-ку-ку-кум. И запишите эти слова рядом с элементом, который связан с вашим желанием. То есть пишите на листочке три желания. Первое — выйти замуж, второе — свое собственное имущество, третье — там увеличить доход в 100 раз. После этого почувствовали тот элемент, который возникнет у вас в виде чувств в тот момент, когда у вас появится свое жилье, и произносите там что-нибудь, пишите «кутуру-кукум, мучуру-пучум». Дальше, когда вы выйдете замуж, и вот вы в свадебном платье, вас кто-то там обнимает, и новое слово там «тримитимитими рама-кама-чама». И точно так же с третьим своим желанием, не больше трех. После этого желательно, чтобы было какое-нибудь не длинное слово и не 2-3 слова, не кримичи-мичими, а, допустим, там слово крими, а второе — это слово пруни, а третье слово крыжа-жужа. И после этого возьмите и эти три слова или 4 слова, которые получится, или 5, напишите их себе на листочке. Запомните, заучите. И каждый день с этого момента берете вот такие четки и каждый день читаете все эти три слова. Можно забыть о том, какие желания вы загадали. Можно обо всем забыть, но слова эти помните. Читайте один год эти слова. В течение одного года с гарантией, ну, приблизительно 60-70% все ваши желания, которые вы загадали, в большинстве своем исполнятся. Но желательно одно желание. Если одно желание так запускать, то это легче работает. Второе.